Название не дали, чтобы так не... Нет, это еще не достроили, ну... Не достроили. Просто вот джума намаз здесь проводим сейчас, в этом году это писатель. Хорошо. Джума намаз там. А так... Так, здесь есть мечетов много. Хорошо. Турецкий народ очень толерантный. Религию нигде не ущемляет. Пожалуйста, хоть кому верь. Хочешь ислам, хочешь жить. Какие мечети строят? Джамаат сами, своими силами. Общими усилиями строят, да, все мусульмане? Хорошо. 11-я мечеть уже в этом селе, построенная силами мусульман из числа депортированных народов. Здесь загораживают, когда самые... Шамиль, ты наш? Садуай. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Передать своим сельчанам. Салам передавай. Салам землякам передать. Ассаламу алейкум всем дагестанцам. Машалла. Вы родом с какого селения? Я селение Гургима, Акушинского района. Акушинский район. И Тебекмахи тоже есть здесь? Есть здесь почти многие Тебекмахи. Многие из Тебекмахи. Машалла. Вот аварцы тоже есть наши братья. С какого села, брат, родом? Из селин Телетли. Машалла, я в вашем Телетли, знаешь, какой почетный почти житель, может сказать. Целый фильм снял про Телетли. Машалла, вы все потомки, получается, депортированных? Тоже в 36-м году, да? Машалла, депутат местного районного собрания. Хамдулля. Тоже были депортированы ваши предки в 36-м году? Когда нашим родителям было 5 лет, депортировали в 36-м году. Родителей уже нету, не остались. Так поколение идет. Аллах пусть бережет вас. А много семей вернулось в Дагестан? Нет, очень мало. Здесь задержались, да? Наши киргизские народ, братья, нас уважали за это. Машалла, уже побратались здесь. Да, они больше даже милиция останавливает. Ахсакал, езжай, свой наказывает, нас пропускает. Ай, машалла. Это самое дорогое, это что в этом мире может быть, да. после веры во Всевышнего Аллаха. Это очень простой народ, поэтому здесь гордыни много нету. Мы сами тоже, наши предки, наши родители, они это уважение, они тоже заслужили. Ага. Все время в мире, в дружбе жили. И когда мусульманин свою религию соблюдает, всякие препятствия тоже не бывает. Надо свою религию соблюдать, иншаллах. Машалла, машалла. Ислам. Аллах Всевышний да воздаст вашим старшим, которые прошли через эти испытания достойным образом. Пусть Аллах Всевышний им дарует милость, прощение и сделает нас достойными. Аминь.